получив подтверждение, гипотеза становится научной истиной. А гипотеза, которая не находит подтверждения, превращается в научную проблему. Вы смотрите самые шокирующие гипотезы. Быть может, единственный познавательный проект, в котором мы с вами без ущерба для репутации можем говорить о самых невероятных версиях, шокирующих гипотезах, умопомрачительных загадках, разоблачениях и мистификациях. Итак, сегодня в нашей программе вы увидите... Сенсационные находки на Кавказе. Чьи кости лежали в ящике с символикой Третьего рейха? Это очень похоже вот на тех серых пришельцев. Невероятные свидетельства. Что сказано в секретном донесении Сталину? Били некий летательный аппарат. Фраза там заполнилась. Предположительно внеземного происхождения. Безумные заблуждения или ужасная правда? Почему гитлеровцы считали себя особенными? Они причисляли себя тоже к инопланетной расе. Посмотрите на эти кадры. Шокирующие находки были сделаны в Адыгее. Местный житель наткнулся на странный сундук. Он раскопал его и принес директору частного этнографического музея в поселке Каменномосский. Когда тот открыл его, стало ясно – это сенсация. Был обнаружен чемоданчик, на нем были знаки Аненерго, металлические шильдики. Внутри был и медицинский инструмент, шприцы всевозможные, всякие баночки там, с йодом, еще с лекарствами, с какими-то, с ядами с какими-то. И в том числе там были два черепа странного вида. То есть вначале никто не мог их идентифицировать. Каким существам могли принадлежать эти удивительные кости? Огромные глазницы, мощный лоб, голова приплюснутой формы. Весь череп был неким монолитом. И главное, что над большими глазницами было два костяных выроста, напоминающих, скажем так, гигантские рога. Скажем, несколько, как будто бы спиленные, достаточно два толстых рога. Находка стала настоящей сенсацией среди исследователей древних артефактов. Она породила множество самых смелых гипотез. Отдельные исследователи даже заявляли, возможно, впервые люди получили доказательства присутствия инопланетной расы на Земле. А то, что черепа были обнаружены вместе с предметами оккультного общества Аненерго, одной из самых таинственных организаций прошлого столетия, только добавило загадок. Ведь именно этот научный институт занимался в Третьем Рейхе самыми невероятными вещами. Это была научная организация «Аненерго», которая в своем составе имела несколько десятков институтов совершенно разных профилей. От чисто научных, которые занимались проблемами исследования физики, гравитации, медицины, до совершенно таких неожиданных направлений, которые бы сейчас назвали альтернативными. Это изучение психологических способностей человека, пси-способностей, то есть это телепатия, телекинез. Однако серьезные ученые с осторожностью отнеслись к этой сенсации и провели собственную экспертизу и расследование. И результат оказался, на первый взгляд, вполне прозаичным. После какого-то сравнительного анализа экспертами все-таки было выдвинуто предположение, что это черепа обычных горных туров. И при детальном рассмотрении фотографий, которые были присланы на экспертизу, все-таки эта версия подтвердилась. Просто черепа под воздействием агрессивной среды деформировались и стали выглядеть поистине инопланетно. Но присутствие в этом схроне символики Аненерго не давало покоя исследователям. Зачем немцам понадобились черепа обычных кавказских горных козлов? Как бы то ни было, ценность этой находки уже в том, что она достоверно доказывает, общество Аненерго вело в этих местах странную деятельность. Сохранилась даже кинохроника, доказывающая это. Нацисты что-то искали. Но что именно? Более того, черепа, найденные в Адыгее, оказались не единственной загадочной находкой на Кавказе. Несколько лет назад на одном из перевалов при Эльбрусе были обнаружены сотни тел немецких солдат времен Великой Отечественной. И самое странное было в том, от чего они умерли. Не было найдено ни следов ранений, ни крови, ни стрелянных гильз. Все говорило о том, что они погибли, даже не вступив в бой. Согласно официальной теории, немцев погубили
убила лавина. Но настоящая сенсация была впереди. По форме и знакам отличия историки определили, что в братской могиле элитная группа Эдельвейс, которая выполняла специальные сверхсекретные задания. И при себе у них было нечто очень важное, то, о чем широкой общественности не рассказали. Ящик, подобный тому, что был найден в Адыгее, но с куда более шокирующим содержимым. Действительно, был найден ящик, который гораздо больше по размерам. И в этом ящике в черную материю были завернуты действительно два черепа, которые очень похожи на человеческие черепа, но в то же время имеют огромные глазницы, очень небольшую челюсть нижнюю, подвижную, и, в общем-то, отсутствуют зубы. В открытом доступе есть вот такое видео. Давайте посмотрим. Его авторы уверяют, что именно этот ящик и был найден рядом с погибшими нацистами в Приэльбрусе. И правда, эти черепа снова похожи на человеческие, но имеют беззубые рты и огромные глазницы, примерно в 5 раз больше, чем у людей. И вот это уже точно не горные козлы. Невероятная находка снова вызвала массу споров и версий. Основной вопрос – да кто же это такие? И как выглядели эти существа при жизни? Это очень похоже вот на тех серых пришельцев, которых сейчас рисуют, в общем-то, все контактеры и люди, которые сталкивались вот в своей жизни с подобными существами. И вот интересная тема в том, что действительно произошло такое совпадение, что и два черепа, принадлежащих горным турам, и два черепа, принадлежащим этим существам, они как бы найдены были в одно и то же время. И все это было связано с такой таинственной организацией, как Ананербе. Исследователи уверены, что таких чемоданчиков могло быть куда больше, чем два. Но что же делали элитные спецотряды немцев в районах Приэльбрусья и Адыгей? Судя по снаряжению найденных тел, это были отряды не диверсантов, а военизированный отряд прикрытия. Охрана для тех, кто шел в эти горы с какой-то иной целью. Но что же специалистам института Ананербе понадобилось на Кавказе? Частично пролить свет на эту загадку помогли местные легенды. В них говорится, что в давние времена в этой местности разбился необычный летательный аппарат. Сегодня бы мы назвали его неопознанным летающим объектом. И при этом они заявили о том, что возможно, что Ананербе искала в горах Адыгеи следы или, скажем, останки пришельцев, когда-то там похороненных, или, скажем, следы от пришельцев, вероятно, разбившегося НЛО достаточно давние времена. Из рассекреченных документов известно, что экспедиции Ананербе на полном серьезе занимались как поиском технологий инопланетян, так и самих представителей инопланетных рас. Живых или мертвых было неважно. Эта версия кажется совершенно шокирующей, но тем не менее она находит подтверждение. Несколько лет назад мне пришлось работать в одном закрытом проекте. Одна из наших задач была разбор, скажем так, старых архивов, связанных с деятельностью различных специализированных обществ, как бы сейчас сказали, спецслужб. Там были и трофейные документы, захваченные в 40-х годах, в 45-м, 46-м, документы Ананербе. А теперь внимание! Легендарные космические истории возвращаются. А это значит, что 4 ноября, весь день, до самой глубокой ночи, мы с вами будем говорить о том, что такое наша Вселенная и что есть во Вселенной мы. Есть ли хоть одно вещественное доказательство существования НЛО и чем грозит нам далекий космос? Будем говорить о том, кто населял Марс в далеком прошлом. А еще, когда же человек научится жить без войны и станет, наконец, бессмертным. Итак, 4 ноября – День космических историй. Только на РЕН-ТВ. На эту дату не планируйте ничего важного.
Кого искали немцы в Антарктиде? Те, кто прилетел с другой планеты, поместили себя в камеры для анабиоза до того, как случился глобальный катаклизм. И для чего вели бесчеловечные опыты в концлагерях? Они искали того человека, который все-таки в заморозке выживет. Историк Николай Субботин обнаружил необычный документ, который является докладом Иосифу Сталину от русских резидентов в Германии. В основном речь в нем идет о подготовке Третьего Рейха к предстоящей войне. Но на одной из страниц приведена очень странная информация. Настолько, что Сталин даже выделил эту часть донесения синим карандашом, сделав многозначительную пометку. Что это может быть? Один из контрразведчиков резидентов докладывает Сталину о том, что немцы якобы в 40-м году под немецким городом Эссеном сбили некий летательный аппарат, фраза там запомнилась, предположительно внеземного происхождения. Текст донесения гласит: одновременно тот же источник обращает внимание на то, что в штабе авиации германских вооруженных сил в последнее время особенно пристальное внимание уделяют разработкам сверхновых технологий, в том числе, со слов источника, позаимствованных при изучении сбитого немцами в апреле 40-го года под Эссеном летательного аппарата якобы неземного происхождения. Такая технология полностью отлична от той, что применяется в современном самолетостроении. Были взяты некоторые материалы, и даже говорят некоторые историки о том, что именно оттуда началось изучение специалистами и учеными АННРБ исследования атомной реакции. Известно, что Сталин серьезно относился к теме неопознанных летающих объектов. Вероятно, к главнокомандующему поступали не только такие донесения, но и другие разведданные. Немцы якобы там нашли это место, и в итоге якобы нашли вот этот аппарат или его обломки. И по некоторым сообщениям они это все вывезли в соляную шахту на территории Германии. Но самое интригующее, что именно поиск следов пришельцев, возможно, и направил немцев ко льдам Антарктиды. И там они изначально искали далеко не только входы в подземные полости или параллельные миры, а то, что до сих пор лежит на поверхности. Эти шокирующие кадры были опубликованы недавно. Их обнародовали американские исследователи, которые ищут на спутниковых картах странные и загадочные объекты. И, похоже, на этот раз им удалось обнаружить нечто невообразимое. Антарктида. Южная Джорджия. По заснеженной пустыне тянется гигантский след. Судя по всему, он остался после падения какого-то крупного объекта. Кто-то из исследовательской группы даже предположил, что это место крушения малазийского Боинга, который мистическим образом исчез в марте 2014 года. Но эту версию быстро отмели. Судя по деталям, которые удалось разглядеть на снимке, сам объект вытянутой сигарообразной формы. Большинство исследователей сошлось во мнении: над Антарктидой потерпел крушение весьма странный летательный аппарат. Но что он мог делать в этих ледяных краях? Эксперты, занимающиеся изучением аномальных явлений, выдвигают шокирующую гипотезу. На шестом континенте скрыто нечто ценное, ради чего сюда регулярно наведываются НЛО. И то, зачем десятилетиями охотились и охотятся секретные общества. И недавно возникла шокирующая версия насчет того, что это может быть. В Антарктиде и приполярных областях, граничащих с Северным полюсом, обнаружены так называемые стазисные камеры, в которых находятся люди-гиганты огромных размеров. Стазисные камеры – это такое энергетическое состояние, в котором все физиологические процессы остановлены, заморожены. Первым со столь сенсационным заявлением выступил бывший сотрудник спецслужб США Кори Гуд. По его мнению, где-то во льдах Антарктиды, в анабиозе, находятся представители древней расы, возможно, инопланетные. Якобы спецслужбам об этом давно известно. Даже велись раскопки, и в руках ученых есть материальные доказательства существования саркофагов с гигантами. Американец делает признание, которое звучит просто ошеломляюще.
Он сам лично видел спящих пришельцев, когда служил в секретном подразделении. Согласно информации, которой я обладаю, допотопная раса, то есть те, кто прилетел с другой планеты, поместили себя в камеры для анабиоза до того, как случился глобальный катаклизм. Но особого внимания заслуживает вот эта находка. Кадры совсем недавно, в мае этого года, обнародовал российский исследователь Валентин Дегтярев. Он утверждает, что ему удалось обнаружить легендарную Новую Швабию, секретную базу нацистов, сооруженную в Антарктиде. Недавно были обнародованы документы, согласно которым Третий Рейх перебрасывал в Новую Швабию тысячи заключенных из концлагерей. Они занимались строительством секретной базы и ее инфраструктуры. Для транспортировки пленных, техники и стройматериалов использовались подводные лодки. Рядом с объектом, похожим на куполообразное строение, Дегтярев разглядел и нечто напоминающее субмарину, вмерзшую в лед. Немцы отправляли экспедицию еще до Гитлера, а потом уже в ходе гитлеровского правления направляли туда, чтобы получить... На фото доктор Зигмунд Рашер. Это он руководил бесчеловечными экспериментами. Нацисты изучали экстремальное состояние человеческого организма, его предельные возможности. Во время опытов по замораживанию узников либо опускали в резервуар с ледяной водой, либо оставляли обнаженными на снегу на всю ночь. Они искали того человека, который все-таки при разморозке выживет, и за счет исследования его, потом можно было бы уже что-то дальше подливать опыта. Всего через страшный ледяной конвейер прошло около 300 узников Дахау. 90 из них умерли в страшных мучениях. Те, которые выжили, почти поголовно сошли с ума. Их, а также остальных, чудом сохранивших рассудок, уничтожили как отработанный материал. Сегодня в свете новых данных об Антарктиде возникла гипотеза, что эти опыты велись с далеко идущими целями. Да, возможно, вот эти вот исследования в области холодового воздействия на человека и его способности выдерживать большие холода, они как раз интересовали немцев не только с позиции создания сверхчеловека, но и с позиции криозаморозки человека. Среди подопытных в Дахау были и те, кто на фоне остальных действительно отличался особой выносливостью. Из тюремного барака привели двух русских офицеров. Рашер приказал раздеть их и поместить в чан с ледяной водой. Обычно испытуемые теряли сознание уже через 6 минут, но не в этот раз. Оба мужчины находились в полном сознании и по прошествии 2,5 часов. И это несмотря на то, что узники были не в лучшей физической форме из-за тяжелых лагерных
экстремальных условий. Этот случай изучали с особой тщательностью. Пытались понять, чем же отличаются офицеры от других несчастных. Нацистские ученые считали, что, найдя разгадку, они еще ближе окажутся к своей главной цели. Они выдерживали вот такую криозаморозку долговременную, с тем, чтобы вождей партии можно было погрузить в такое состояние анабиоза, заморозить их, и когда-то в будущем они могли бы быть размороженными и продлить свою жизнь таким образом. Но как только была составлена фатальная таблица замерзания человека, доктор Зигмунд Рашер получил от Гиммлера новый приказ – научиться оживлять замороженных. Тогда принято считать, что нацистские ученые искали для своих лидеров способ жить вечно. Они занимались также проблемами продления жизни. Особенно это было очень важно для того, чтобы продлевать достаточно до большое количество лет жизнь Адольфу Гитлеру, а также нацистским вождям. Под эти программы было выделено огромное количество денег и задействовано несколько десятков институтов. Но сегодня у исследователей возникает вопрос, а только ли людей нацисты собирались разморозить? Для кого предназначены гигантские каменные саркофаги? Это капсулы времени, запечатанные в пространстве и во времени. И как летал первый немецкий дисколет? Им удалось запустить энергетическую установку корабля и даже поднять его. Гипотеза – это недоказанное предположение, объясняющее явление, без которого оно не объяснимо. И, в общем-то, есть там тому подтверждение, были найдены некие вот саркофаги, то есть очень мощные такие гробы, в которых, в общем-то, планировалось похоронить того же Адольфа Гитлера. То есть там даже надпись на нем присутствовала. Но зачем нацистам понадобилось сохранять останки исторических деятелей? Известно, что Фридрих Великий был для Гитлера кем-то вроде исторического кумира. Сам фюрер, который верил в переселение душ, даже считал себя реинкарнацией короля, потомка Гогенцоллернов и Ганноверской династии. И в своем кабинете всегда держал портрет Фридриха Великого, которого почитал как величайшего правителя и полководца. Ведь за годы правления этого короля территория Пруссии увеличилась в два раза. И, кстати, ряд историков утверждает, что Фридрих не брезговал магией. И Гитлер тоже делал ставку на магические силы, которые должны были ему помочь вершить судьбы своего народа и народов мира. Так неужто столь трепетное отношение к останкам всего лишь дань уважения историческому кумиру? Некоторые исследователи предполагают, что нацисты намеревались в дальнейшем воскресить или хотя бы клонировать умерших. Но неужели Институт Аннерба всерьез в том или ином виде рассчитывал вернуть своих лидеров к жизни? Любопытно, что и саркофаги, якобы скрытые в Антарктиде, и гробы, спрятанные на немецком заводе, удивительным образом указывают еще на одну странную археологическую находку. И, может быть, она приблизит нас к разгадке. Находки в Серапиуме. И обнаружила там следы высоких технологий. Во-первых, обратили внимание на масштаб обнаруженного. 21 саркофаг. Каждый вместе с крышкой весит около 100 тонн. Высота и длина гранитных коробов почти 4 метра, а ширина около 3. Они располагаются в центре склепов, которые на 1.5 метра ниже уровня пола тоннеля. И главная загадка в том, что и вход, и сам туннель по размеру намного меньше любого из обнаруженных саркофагов. Совершенно очевидно, что протащить их туда, тем более с помощью ручного труда рабов, было абсолютно невозможно. Для этого могли использоваться лишь какие-то совершенные механизмы. Способ транспортировки даже отдельных деталей мне сложно себе представить. Бывший инженер НАСА Кристофер Тан сегодня владелец строительной фирмы. Он тщательно изучал каждый из саркофагов и сделал сенсационный вывод. Вручную их невозможно не только доставить на место, но и изготовить. Нужна высокоточная и мощная техника.
Внешние и внутренние поверхности обработаны на пределе космических технологий. Пока Хэнкок и Бьювелл снимали, я спрыгнул в склеп и приставил уголок к внешней поверхности коробки. Она была идеально плоской и ровной. Я посветил фонариком, и лучи света даже не пробивались через уголок. Потом я измерил углы саркофага, и они оказались идеально равны 90 градусам. Я искал ошибки и не мог найти ни одной. Исследователи выдвинули шокирующую гипотезу. Саркофаги Серапиума — это часть программы древних пришельцев по сохранению своих представителей в глобальном катаклизме. Точно так же, как и спящие в арктических льдах. Просто по какой-то причине в Египте эти камеры не смогли, не успели или просто не стали использовать по назначению. Кстати, сами камеры, утверждают исследователи, это не столько емкости для хранения, сколько настоящие биологические системы. Дело в том, что они изготовлены по такой технологии, своего рода кристаллы, которые не изготавливаются, а выращиваются. Ну, так называемый монокристалл. Там даже это не криогенные камеры, не морозильные камеры, а это капсулы времени, запечатанные в пространстве и во времени. Пока очевидно одно. Те, кто это сделал, обладал уникальными технологиями, которых у человека нет до сих пор. Поэтому немцы справедливо полагали, что любые, даже самые странные артефакты или обломки неизвестных летательных аппаратов помогли бы совершить науке такой рывок, который самостоятельно люди бы не сделали и за сотню лет. И есть мнение, что упавший под Эссеном НЛО был не единственным попавшим в руки нацистам. Согласно некоторым данным, еще раньше, в 1936 году, в районе города Фрайбурга также разбился НЛО. Немцы действительно получили в свободный свой доступ, да, некие обломки летательных аппаратов совершенно непонятного происхождения, скажем так, неземного. Вот. В частности, в 1936 году под городом Фрайбург потерпел крушение такой летательный аппарат, который в целом, ну скажем так, неплохо после этой аварии или катастрофы сохранился. По некоторым сведениям, фрайбургский НЛО привезли в Левельсбург, знаменитый замок, который был своеобразным духовным центром ордена СС. Сюда стекалась вся информация. Сюда привозили самые интересные и загадочные артефакты. Сам замок выбрали для таких целей не случайно. Посмотрите на него. По форме он напоминает гигантский треугольник. А по преданию, такой же формы была легендарная крепость Монсигюр во Франции, где укрывались последние катары, унесшие с собой в могилу тайну Святого Грааля. Все эти исторические факты в свое время произвели огромное впечатление на Генриха Гиммлера. И еще в 1934 году он взял замок в аренду. Здесь, по свидетельству современников, Гиммлер проводил кровавые ритуалы, погружался в астрал, разрабатывал план по поиску Шамбалы и строительству новой Швабии. Здесь располагались сверхсекретные лаборатории ученых Третьего Рейха и скрывались кураторы проектов по созданию первых летательных аппаратов дискообразной формы. Согласно этой версии, в секретных помещениях замка Вевельсбург фрайбургский НЛО разобрали на мельчайшие фрагменты. Его досконально изучили и попытались воссоздать. Скорее всего, подобные опыты у них увенчались успехом, потому что известно, когда было испытание в 1939 году, найденной упавшей к тарелке, летающей в Германии, им удалось запустить энергетическую установку корабля и даже поднять его. Так появился проект «Хонебу». Его целью было создание гигантских летающих тарелок с реактивными двигателями и вертикальным взлетом. Первый аппарат «Хонебу-1» был спроектирован в июле 1941 года, а в 1942 прошли первые испытания готовой модели. Они были неудачными, и конструкторы приступили к устранению недочетов.
Вторым объектом стала тарелка Хонэбу-2. Согласно чертежам, которые были рассекречены после войны, аппарат диаметром 26 метров имел реактивный двигатель, который позволял развивать скорость 6000 км в час, а экипаж состоял из 9 человек. Аппарату удалось совершить несколько испытательных полетов, но этого было мало. Верхушка СС поставила перед инженерами задачу приспособить тарелку к полетам в космическом пространстве, создать такой корабль, который сможет ударить по противнику из космоса. Для этого уже на следующей экспериментальной тарелке Хонэбу-3 даже были установлены 4 орудийные башни калибра 270 мм. По некоторым данным, диаметр самой тарелки был более 70 метров, и она совершила несколько тренировочных полетов. Но и это не все. Одновременно с техническими испытаниями кипела работа в биологических лабораториях. Что знали немцы о доисторических цивилизациях? Они причисляли их, себя тоже к инопланетной расе. Каких высот достигли биотехнологии в Третьем Рейхе? При помощи этой воды можно создавать чуть ли не плазму человеческой крови. Есть версия, что нацисты могли захватить не только внеземной летательный аппарат, но и останки его пилотов, инопланетных существ. Это якобы открыло возможность проводить невероятные генетические эксперименты. И на основе ДНК пришельцев ученые Третьего Рейха планировали создать новую земную суперрасу. И именно эта цель стояла во главе всех бесчеловечных биологических экспериментов в немецких концлагерях. Попадание вот этих вот инопланетных ДНК и генетические эксперименты, возможно, были использованы немцами как в концентрационных лагерях, и испытывались на заключенных. Одним из элементов расовой теории Третьего Рейха было требование расовой гигиены германской нации, очищение ее от неполноценных элементов. В долгосрочной перспективе лидеры нацистов мечтали создать породу идеальных людей, полубогов. По мнению нацистов, чистых арийцев оставалось совсем немного даже в немецкой нации. Но это было, как считают ученые Анненербе, вполне поправимо. Предстояло проделать большую работу, фактически создать заново нордическую расу. И здесь на помощь должна была прийти генетика. И чтобы не возникало сомнений в том, что уже тогда нацисты владели сложнейшими технологиями в области генетики, историки приводят такие факты. В середине 30-х годов немецкими учеными впервые были выделены раковые клетки в организме крысы. И также было изобретено, создано лекарство по борьбе с этими раковыми клетками. И об этом лекарстве сейчас мало что известно. Но учитывая то, что они смогли выделить эти клетки раковые из здоровых, это и отделить их. Это говорит о достаточно высоком уровне биологических исследований или биологических знаний немецких ученых на тот период. Верхушка нацистской Германии всерьез считала себя прямыми наследниками древней цивилизации атлантов. Поэтому любые артефакты, которые так или иначе могли принадлежать Атлантиде, по умолчанию считали своими. В 1927 году в Центральной Америке во время экспедиции известного английского археолога и путешественника Альберта Митчелла Хеджеса были найдены хрустальные черепа. Этому сенсационному событию предшествовали работы по расчистке древнего города Майя в тропических джунглях полуострова Юкатан. Эту сельву выжгли, обнажился действительно город, где были и пирамиды, и постройки. Зрелище, которое открылось участникам экспедиции, просто поражало. Каменные развалины пирамиды, городских стен, огромный на тысячи зрителей амфитеатр. Именно там и были обнаружены, пожалуй, одни из самых загадочных артефактов столетия – хрустальные черепа. Ученые до сих пор не могут ответить на вопросы, кто их создал, какие технологии были применены, какие инструменты использованы и, самое главное, для чего изготовили эти шедевры. Конечно, подобные артефакты не могли остаться без внимания агентов оккультного общества Анненербе.
Они даже создавали экспедиции, которые посещали там Южную Америку с целью похищения этих черепов из местных музеев, а также хрустальных черепов, которые были найдены на территории Мезоамерики. В 1943 году была совершена попытка похищения этого бесценного артефакта из музея в Бразилии. Преступников задержали, и ими оказались именно сотрудники Ананербе. Во время допросов они признались, что прибыли на южноамериканский континент со специальным заданием найти и изъять хрустальные черепа богини смерти. Так их называли жрецы. Артефакт – это некий предмет, который несет в себе не только какие-то, не только какой-то символизм, а еще и какую-то либо техническую, либо информационную составляющую. То есть, либо это устройство какое-то, или, может быть, часть устройства, либо... людей и представителей вот внеземной расы, инопланетян, проводя генетические эксперименты, а также проводя эксперименты по телепатическому взаимодействию с другими цивилизациями, возможно, добивались именно устойчивой связи между человеком и инопланетным космическим кораблем. Нацисты надеялись, что эти знания позволят им не только создать сверхчеловека, но и с помощью магии подчинить своей воле остальных людей. Сегодня некоторые исследователи высказывают предположение, что найденные хрустальные черепа были действительно изготовлены в Атлантиде и лишь чудом уцелели во время глобальной катастрофы. Если это так, то становится понятным, почему эсэсовцы так активно интересовались ими. По мнению Гитлера и Гиммлера, именно Германия должна была дать Европе новую правящую элиту через 20-30 лет. Это были бы новые люди, обладающие уникальными способностями, которые подчинили бы себе весь мир. Считали себя немцы неспроста потомками ариев, потому что они причисляли их, себя тоже к инопланетной расе. Вот, северный, который на территории СССР в том числе находится. Ученые СС, создавая полубогов. Например, есть версия, что детям делали переливание плазмы крови, которую изготавливали на основе живой воды, взятой из карстовых пещер под озером Рица в Абхазии. Для этого ее специально доставляли в Германию. В карстовых пещерах под озером Рица, когда взяли пробы воды из источников, которые там присутствуют, ну, немецкие ученые пришли к такому выводу, это сейчас кажется очень фантастично, даже по нынешним временам, но они пришли к выводу, что при помощи этой воды можно создавать чуть ли не плазму человеческой крови. Какие еще генетические опыты ставили над младенцами? Все ли эксперименты стали удачными? Биологи Ананербе не знали жалости. Например, специально для них вели поиск близнецов и доставляли в лаборатории. Медики пытались обнаружить схожесть и различия в генетике. Руководил программой доктор Йозеф Менгеле. Через него прошли примерно 1500 пар близнецов, и лишь 300 выжили. Часто одного из близнецов намеренно заражали какой-то болезнью, а проводилось вскрытие обоих, чтобы сравнить пораженные и здоровые органы. Людям делали болезненные инъекции в глаза. Некоторых пытались сшить, а сиамских, наоборот, разделить. Процесс изучения сиамских близнецов в 30-е годы у немецких ученых был тесно связан с процессом клонирования, что, в общем-то, позволяло им создавать идеального арийского воина, арийского человека, возможно, обладавшего, скажем так, путем выведения селекции генной инженерии, обладавшего некими сверхспособностями. Солдат Третьего Рейха накачивали препаратами на основе наркотиков. Они предназначались летчикам, морякам, штурмовым отрядам. Под воздействием наркотика воин, по задумке экспериментатора, должен был стать сильнее, смелее, перестать бояться боли. И, похоже, это работало. Есть сведения о солдате, который бежал в бой с оторванной рукой. Как потом выяснилось, он сильно превысил дозу выданного ему лекарства. В общем-то, очень многие, даже высшие чины СС, в очень большом количестве в конце войны употребляли этот препарат для того, чтобы получить некую сверхсилу.
Однако факт остается фактом. Гитлеровская Германия совершила небывалый в истории человечества технологический прорыв. Именно они разработали проект ядерного оружия. И счастье, что не успели испытать. Именно немцы создали проект «Фау», который затем послужил основой для создания крылатых баллистических ракет. Именно в Германии до сих пор одна из лучших медицин в мире. Как им это удалось? Есть шокирующая версия, что во многих областях нацисты добились успеха потому, что в их распоряжении оказалось бесчисленное количество ценных артефактов, в том числе и внеземного происхождения. Их искали на всех континентах, на суше и под водой. Подразделения АННРБ, словно щупальца гигантского спрута, были способны достать везде. Изучая деятельность этого оккультного общества, исследователи делают и более смелое предположение. Сама нацистская Германия могла стать глобальным социальным экспериментом неких третьих сил, контролирующих нашу планету. Гитлер тоже не просто так появился. Такого человека искали, его вывели, поставили, финансировали полностью. А кто это делал? Возможно, какие-то тайные общества земные. Возможно, это и те кукловоды, которые управляют жизнью на Земле. Трудно сказать. Вполне возможно, что это был эксперимент какой-то, что они решили запустить вот такую модель, всю уничтожающую, держащую под контролем и страхом. Если допустить эту гипотезу, почему же тогда Гитлеру не удалось воплотить все задуманное в жизнь? Создать новый мир, населенный расой супербогов, потомков людей и пришельцев. Историки уверенно заявляют, он просто не успел. Ему помешало поражение Германии в войне. Но давайте вспомним, что долгое время мистически настроенные лидеры Рейха и русских считали потомками древней могущественной арийской расы, то есть своими братьями по крови. Многие в мире до сих пор верят, что ни один другой народ не смог бы остановить коричневую чуму немецкого фашизма, ибо у каждой силы всегда есть две стороны – одна разрушающая, а другая – созидающая и хранящая мир на планете. Уфа! Красивый, гордый и древний город. Белая река, вечно молодая столица славной республики Башкортостан. Еду к вам в гости. Специально для вас, дорогие уфимцы, подготовил новый выпуск программы «Военная тайна», на который и приглашаю вас 29 ноября в Башкирскую государственную филармонию имени Хусаина Ахметова. Буду говорить об истории и нашей сегодняшней жизни, о военных тайнах и самых шокирующих гипотезах, о великих заблуждениях и фактах нашей действительности, о которых я не всегда могу говорить с экрана. Отвечу на ваши вопросы, послушаю вас. Итак, дорогие уфимцы, встречаемся в Башкирской государственной филармонии 29 ноября в 19:00. Покажу новые книги, пофотографируемся, поговорим. До встречи в программе «Самые шокирующие гипотезы». Каждый день с понедельника по пятницу, как всегда, в 18:00. Самые шокирующие гипотезы напоминают. В науке нет широкой столбовой дороги, и только тот достигнет ее сияющих вершин, кто, не страшась усталости, карабкается по ее каменистым тропам. Карл Маркс.